Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую в городе курорте Анапа. Зовут меня Юрий Азаровский. Сегодня мы находимся в самом центре Анапы. Великолепный фонтан. У нас очень много детей, людей, взрослых. Хотя дети тоже люди, но взрослых, маленьких наших жителей, гостей города курорта Анапа. У нас также великолепные клумбы с тюльпанами. Сегодня до 27 градусов была погода, и это великолепно. Это самое главное, то, чего мы ждали, чтобы в скорейшем времени приходила только хорошая погода. Ну и сегодня я вас приглашаю прогуляться немножечко к морю и поговорить вообще обо всем, что нас волнует в городе. Ну и заодно показать вам, что у нас здесь происходит и творится такого классного и прекрасного. Но прежде чем мы начнем нашу прогулку, хотелось бы сказать вот еще о чем. Что у нас, к большому сожалению, вот вчера была Радоница, это к счастью. Мы вспоминали всех тех людей, которых с нами нет. Но нашлись и те люди, кто начали наши традиции. В том числе, я не знаю, я просто всю жизнь прожил на Кубани. И здесь у нас получилась такая ситуация, что люди начали как-то упрекать детей, которые ходят по кладбищу и собирают конфеты, пасочки, которые мы приносим и оставляем для них. Я сам вчера находился на Витязевском кладбище. Царство небесное моим близким, которых с нами нет. Пускай все будет там хорошо. И сам позвал детей, они подошли, мы им передали сладости. Никаких вообще вопросов, там наоборот, ребенок меня узнал, говорит: «Ой, Юрий, можно с вами сфотографироваться?» Я говорю: «С удовольствием». Только потише, не кричи, там было столько радости. А здесь вот прям у нас в соцсетях мне вчера прислали, идут такие обсуждения о том, что да, это неправильно, это не то, это не так. Да, ну, с детства этому учили, что хорошо, если человек придет и возьмет эту еду, а не собаки там или птички растащат. В любом случае мы приносим это на кладбище, чтобы помянули наших близких. Может, человек заходит на кладбище и говорит: «Царство небесное всем тем людям, кого с нами больше нету», и на этом заканчиваю. Да, вот, если кому-то подходите, кому-то лично передать, то просите там помянуть своих близких, называйте имена, они уже вообще об этом говорят. Это для меня очень странно, что у нас есть люди, которые наши традиции вот, немножко попрекают. Я рад, что в соцсетях анапских очень многие высказались как раз-таки в поддержку того, что это хорошо, что дети приходят. В общем, всех с Радоницей, Царство Небесное нашим близким и вашим близким, вообще всем, кого с нами нет. Спасибо большое, что они прожили жизнь и действовали для того, чтобы у нас в будущем все было хорошо. Сергей, я хочу передать привет Красноярску всему, чтобы у них погода была отличная, и чтобы приезжали сюда отдыхать. И, конечно, своей жене любимой. И всю Россию в Анапу приглашаю. Ну и давайте сегодня прогуляемся. Начнем от часовенки. Надеюсь, что прогулка получится очень интересной. Тем более, когда ты видишь столько людей на улицах, это только радует. Все уже в шортах. Я сегодня не могу в шортах быть. Ходил в администрацию. Пытаюсь там один вопрос решить, который нас всех с вами волнует. Тему по парковкам, которые были раньше на пляжах. Но официально их там быть не должно, потому что это ОПТ находится. Вот так вот всю жизнь пользовались. А теперь, к большому сожалению, больше будет нельзя. Кстати, как-то вовремя начал проход. У нас фонтаны остановились. И можно на зеркало воды посмотреть. Заодно не будет шум немножко мешать. Хотя, наверное, он больше приносит не мешание, а радости. Люди сидят на лавочках, кто-то огромными компаниями, семьями, кто-то в одиночестве. В общем, вот в таком формате у нас начинается, я думаю, лето. Температура воздуха прям вообще порадовала в этом году. Она была у нас низкая весной, а сейчас довольно-таки высокая. С правой стороны у нас есть полицейский участок. Он знаменитый для зрителей моего канала. Если кто-то смотрел видео, когда мы там снимали, пишите, чем. Будет интересно как бы узнать ваше мнение. Ух ты, как девушка хорошо играет. И вот в такой момент ты жалеешь, что у тебя только электронные денежки. Потому что я бы, честно, закинул бы. Красота. Еще и такая музычка играет приятная, как раз таки для прогулки по нашим набережным. Ничего лучше не придумать. То, что прям чувствуется какое-то летнее настроение. Красота.
Блин, даже фантастика, дорогие друзья. Очень рад, что мы можем с вами прогуляться и посмотреть на все это вместе в реальном времени, так сказать. Потому что сегодня была прогулка, сегодня вы видите на своих экранах. Это хорошо. Но сегодня у нас была такая печальная информация, которую нам сообщает ФСБ. В Крыму сообщают о предотвращении теракта в Симферопольском военно-морском госпитале. Кадры задержания россиянина, готовившего теракт в Симферополе, в ходе обыска у него изъято самодельное взрывное устройство с поражающими элементами в виде гвоздей, а также самодельное взрывное устройство сжигательного действия, сообщает ФСБ. Мне кажется, как-то подло немножко против раненых устраивать теракты. Это на самом деле даже страшно звучит. Но в такое вот время, дорогие друзья, мы живем, когда не знаешь, кто с тобой рядом. Здравствуйте, хорошие прогулки. Кто заходит за углом. Дай бог, чтобы нам встречались только светлые люди на нашем пути. Ну и вам того желаем. Мороженка не продают, но зато здесь наши юные жители Анапы собрались вокруг и чем-то занимаются. С левой стороны открылся тир. Можете увидеть, что там уже стреляют вовсю, охотясь на мишени. Работает колесо обозрения, что тоже великолепно. Посмотреть, как это происходит. Травы Кавказа, магазинчик, 3D-пазлы, ну и наша шляпа в Анапе. Самое знаменитое место, которое только можно себе представить. Но что у каждого, кто бывал в этом парке, бывал в Анапе, есть фотографии непосредственно с ним. Красота. Смотришь по сторонам и душа радуется. С правой стороны находится наш аквапарк Анапы. Самый знаменитый, лучший на Черноморском побережье, после того, как появился вот этот огромный комплекс с горками разнообразными, с лифтами. И со мной спорят, говорят, да нет, там лучше, ребят. Ну, честно, вот из всех аквапарков, в которых я был, мне кажется, это самый лучший. Если вот кто был в обновленном аквапарке, пишите об этом, будет интересно вас тоже послушать. Мы же подходим с вами все ближе к колесу обозрения, можем увидеть, что уже первые очереди собрались возле кассы для того, чтобы там прокатиться. Выглядит это, конечно, фантастически. Запах шашлыка. Вот это да, друзья, прям такая дымка здесь. Раньше такого не видел. Подул резко ветер и все. Пришло, как говорится. Ну все, очередь разбежалась. Людей много, смотрите, идет кататься. Молодежь, красота. И фантастика, дорогие мои друзья. Я, знаете, поймался на мысли, что всегда раньше ходил по центру, туда прямо. Все аттракционные с той стороны работают. Ну, смотрите, как крутится каруселька. А теперь меня тянет прямо сюда влево. Здесь появляется новая карусель. Мы долго гадали, что здесь будет. И вот вам, пожалуйста, дорогие друзья, уже устанавливается ограждение возле новой карусели. Классно, слушайте, мне нравится, как выглядит. Интересно, она будет ли вверх раздвигаться или просто вот так вот будет по кругу крутиться. Пишите, как вы думаете. Здесь уже сделали благоустройство, практически завершили установку плитки и уже поливают зелень. Слушайте, как симпатично становится в нашем парке. Просто смотришь на это и душа радуется. Такой красоты мы, конечно же, ждали. И очень хотели, чтобы она как можно быстрее уже здесь у нас настала. Дай бог, чтобы во всех ваших городах был мир и покой, дорогие друзья. Но здесь хочу показать теперь у нас самый шикарный проход к набережной нашей улицы и к пляжу. Очень много зелени, лавочки. Смотрится это все очень симпатично. Здесь ребята готовятся мороженка. Вкусняшка. Здравствуйте. Красота. Катаются дети на велосипедах. Разные машинки стоят. Но здесь мы подходим к этому аттракциону, о котором я вам говорил. Довольно-таки своеобразный, красивый. Здесь на нем расположены наши анапские достопримечательности. Видите, сверху всем чем знаменита Анапа. Прям хочется самому сесть на лошадках, прокатиться. У вас не появляется такого чувства? Есть площади для сдачи в аренду. Ну, может, они уже, кстати, сданы. Теперь я думаю, что пора нам двигаться уже к морю. Очень много детей. Это радует, наверное, больше всего.
Потому что именно такие моменты хочется видеть и вам, конечно же, показывать, дорогие мои друзья. У нас в скором времени должны уже открыться заведения, если они уже не работают. Который вот «Ласковый берег» называется, вот, допустим, с правой стороны. Тот, который вижу, что написано 28 апреля. Ну и здесь еще аттракциончики для самых маленьких. Со скамеечками, урнами, лавочками. То есть есть где посидеть, есть где отдохнуть. Это большие, самые плюсы Анапы. Жалко, здесь у нас пальмы не прижились на этой аллейке, но будем надеяться, что в дальнейшем здесь посадят какие-либо деревья. Будем прям за этим смотреть. Внутри уже смотрю, все столики готовы. Я, кстати, вот, знаете, на самом неправильном намечании, ни разу не был в Ласковом береге. Хотя вот в этом, по-моему, был. Там уже играет музыка, и люди готовятся принимать гостей. Зато вот требуются официанты, администраторы, повары. Здесь очень много людей, которые бы хотели найти работу, приходите, пожалуйста, в Ласковый берег. Одно из самых, так сказать, наполненных заведений города Анапы. Да, слушайте, да здесь настоящая курортная жизнь, дорогие друзья. Я вам хочу сказать, выглядит это прям очень-очень-очень классно. Ну, как оно, в принципе, и должно быть. Согласитесь. Вот это да, вот это количество народу на пляже. Вот так вот, что теплая погода делает с людьми, дорогие мои. Одно из самых прекрасных созданий, это, конечно же, лебеди. Беленькие, это те, кто уже выросли, серенькие, это еще те, кто маленькие. Прям смотришь, как ребенок босичком кормит лебедей в море. Они к ней подходят, не боятся. Фантастическая красота, которой хочется бесконечно наслаждаться. Согласитесь, что это очень красиво. Просто милота называется, зашкаливает. Смотрите, ребята. Наберу, когда это говорю. Людей становится еще больше. И лебеди пришли такие, между собой дерутся. Я прям на них, честно, подзалип. Смотрите, сколько народу у нас гуляет по Анапе. Красота. Дети причем купаются, мужчина пошел в море. Большое количество причем людей. Там у нас уже детки загорают помимо купания в телеграме. Посмотрите, кстати, подпишитесь на него, Мариос, либо Юрий Азаровский в поиске. Буду вам благодарен. Я прям не могу, я в такой релакс попал, друзья мои. Ну, не весь город, но многие люди пришли посмотреть на нашу красоту. Можно прогуляться дальше по берегу, посмотреть, что там есть еще интересного у нас впереди. На нашей лаунж-зоне улицы Гребенской еще больше людей, мне кажется, чем где бы то ни было. Здравствуйте. Вот так вот все больше наших людей встречаем. Это не может не радовать. Сегодня столько людей поздоровались, что мое настроение прям поднялось до нельзя. Люди знакомятся, общаются и виной всему просто собачка. А что бы нет, так как говорится. Люди, кстати, наелись по ходу и пошли дальше по сторонам. Говорится, плавать и смотреть. Можно ручкой нам помахать? А у меня день рождения. Поздравляем с днем рождения. Сколько? 18. Надо говорить 18. Неправильно. Здоровьем, счастья. Пускай мечты будут. Самое главное сейчас это мирное небо и чтобы все получалось, чего хотелось. Для меня счастье это жить в Анапе. Как минимум одно счастье у вас есть. Пригласите всех, кто у нас собирается приехать, тоже. Конечно, а куда еще ехать в Анапу? Вот сейчас это правильно. Опасно, безопасно у нас, как вы себя ощущаете? Конечно, безопасно. Ничего, все прекрасно. Это самое главное. Всего хорошего вам. До свидания. Вот так вот еще подписчицы встречаются, и с днем рождения можно поздравить прям вживую. Это нереально радует. Ловлю себя на мысль, что я поймал какой-то релакс и безмятежность. Идешь себе, смотришь по сторонам, с людьми общаешься. Такая красота, дорогие друзья. Все занимаются своими делами у нас. Кто-то просто смотрит на море, кто-то фотографирует, кто-то фотографируется на фоне моря. Кто-то загорает, кто-то болтает, кто-то бегает, прыгает. В общем, каждый сам себя чем-то интересным занимает. И это не может не радовать, потому что это Анапа. Здравствуйте. И
радует количество хороших людей вокруг, которые здороваются. Это просто фантастика. Дорогие друзья, не забывайте подписаться, поставить лайки и, конечно, поделиться со своими друзьями нашим видеосюжетом. Жду вас в группе ВКонтакте Юрий Азаровский. Также вас буду рад видеть в Яндекс.Дзене Юрий Азаровский. Ну, а Телеграм вы уже, наверное, подписались. Там сейчас проходит розыгрыш. Вы можете выиграть футболку с логотипом Армии России, то есть аниме. Пожалуйста, переходите, участвуйте. Будем всем рады. Просто поставить плюсик или написать, что я участвую. И на этом все. Так что, друзья, очень сильно вас там ждем. Мы пришли на лаунж-зон. Здесь можете увидеть, как много людей. На всех лавочках. Кто-то даже вот лежит на деревяшках, загорает. Кто-то просто пришел фотографироваться на фоне моря, в море. В общем, вокруг невероятная красота и счастье. И это нереально радует, когда ты видишь какое-то релаксирующее настроение. Никто не бегает, не кричит. Все ходят, дышат воздухом, смотрят по сторонам. Великолепная красота, дорогие мои друзья. Ну, а сейчас мы покидаем пляжи постепенно. Выйдем еще немножечко, пройдемся по парку. Как он такой голубь на страже мира. Ух, полетел красиво. Так, у всех тут свои занятия. Самое главное, как говорится, чтобы они с собой убирали. И все будет прекрасно в нашем любимом городе Анапа. Вышли на набережную. Набережная у нас здесь тоже идиллия. Все чисто, красиво. Ничего, как говорится, лишнего. Главное, чтобы так в жизни не происходило. Здесь у нас возле аквапарка шикарная прогулочная зона. Ну, каких-то, по-моему, предпосылок к запуску аквапарка еще нет, потому что сегодня, в общем, первый такой теплый день, который прям радует погода, который хочется погулять, ни в коем случае не сидеть дома. Я рад, что сегодня у нас удалось еще пожарить шашлычка. Так что, дорогие друзья, вот такая красота. Это работает. Я тут смотрю, практически все бутики открыты. Такие места для посидеть. Очень красивые лавочки. Гранит, металл, дерево. И фонари здесь тоже очень классно смотрят. Непосредственно ночью. Наверное, одна из самых освещенных зон Анапы. Ну и ждем, конечно, когда заработает самое главное аквапарк. Здесь у нас золотой пляж. Тоже такой красиво подсвечиваемый фонтан. Ждем его открытия, скоро заработает. Ну, а здесь маби-кафе, караоке. И самое главное для меня это смотреть на то, как гуляют люди по набережным. Наконец-то я зашел, забрал. Здесь такой летний вариант формы для наших солдат. Пара кружек, пара бандан и маечку передали наши предприниматели. Спасибо им большое. Наши солдаты будут благодарны от души. Только что пообщался с ребятами, которые взяли в аренду пляж район Тартуги. Они говорят, пляж должен быть проезд. Так что, ребята, вот в начале видео говорил, что там говорят, что не будет, а здесь говорят, что он должен быть. И они будут стараться, как говорится, для вас его как-то организовать по воздуху, что ли, тащить будут. Ну, в общем, надеемся на лучшее, верим в хорошее, чтобы и природе было хорошо, и нам всем с вами тоже. Ну, и пляжи наши были в доступе. Смотрите, как здесь все пооткрывалось, все магазинчики, все функционирует. Очень классно. Очень сильно надеюсь, что вам прогулочка понравилась по нашему центру, посмотреть по сторонам. Я думаю, довольно-таки приятно, тем более Анапа – это место притяжения. Вы видели, сколько людей сегодня гуляют. И что, как говорится, надо было, чтобы заполнить наши улицы. Всего лишь хорошая погода. С вами был Юрий Азаровский. Всем вам привет, Черноморский. Надеюсь, что в следующем видеосюжете мы с вами оценим в полной мере всю ту красоту, которая будет у нас царить. Хотя там прогноз 15 обещает, но будем надеяться, а вдруг прогноз изменится. Но сейчас понаслаждайтесь морем, красивыми видами Анапы. Дай Бог, чтобы у вас случился в этом году отдых. Неважно где, в Крыму, в Анапе или еще где-то. Самое главное, чтобы все получилось, и вы смогли расслабиться и почувствовать невероятное счастье. Я вам этого искренне желаю от души. Подписывайтесь и до следующего видеоролика. А самое главное, нажимайте на колокольчик от души, ребята. Вам всем привет. Рабочий момент, Юрия. Здравствуйте. Здравствуйте. Нет, не можно. Нет, ну нельзя пойти. Ну, уже было. Я прочитала, что нельзя.
Да не на завтра, я вам позвоню. У нас тут планы двинулись. Я говорю, потом соберем, наберу тогда. У тебя есть вот там? А, у тебя что-то есть? Не видно.